далее мы надеемся на то, что этот теннисный стол, он же также встретит нас и весной, когда мы планируем также провести соревнования между селами. То есть мы, возможно, приедем и своим селом, чтобы провести какие-то дружеские турниры. Когда также мы сегодня открываем наш турнир, сегодня будет проводиться соревнование. Скажем так, вы основоположники, да. Первооткрыватели. Прежде чем мы начнем этот турнир, мы предоставляем слово главе администрации Уютинского сельского поселения Осачи Елене Владимировне. Давайте представим ей слово, поаплодируем. Здравствуйте. Ну что, начало положено у нас в уютном ДС. У нас есть футбол, правильно, в уютном? Да. Своя футбольная команда замечательная есть. Вот теперь, я так понимаю, второй вид спорта у нас пошел теннис. Мы создаем теннисную команду и будем побеждать, будем развиваться в этом направлении. И, девчонки, правильно, ну, во-первых, спасибо вам, то, что вы нас тоже на это подтолкнули, организовали, молодцы. И что я могу сказать, это первая вот такая вот первооткрывательная такая вот площадка сейчас. Я обещаю, что в скором времени здесь площадка будет для вас, чтобы вы сюда, каждый в свободном доступе, приходили, играли, в теннис играли, еще какие-то, может быть, мы здесь установим, да, спортивный инвентарь какой-нибудь, может быть, какие-то баскетбольные кольца, и площадка будет более в благородном виде, и газончик будет, и лавочки будут, для того, чтобы вы могли где-то свою энергию девать, развиваться и, конечно, еще больше любить наше уютное. Для того, чтобы любить его, оно должно становиться красивее, правильно? Ну, а с вас только поддержание, потом чистоты, порядка и, конечно, здесь, чтобы был порядок всегда. И с вас победа на каких-либо турнирах дальше. Вот тут, девчонки, я услышала, сказали, что весной, да, межпоселочные какие-то будем соревнования проводить. Да, планируем. Ну, понимаете, да, мы же должны быть лидерами тогда, поэтому у вас есть время потренироваться до весны, а мы со своей стороны будем вам помогать. И спасибо организаторам, очень хочется такой вот небольшой презентик подарить нашим организаторам. Вот у нас есть такие вот тарелочки замечательные, уютно, в уютном. Вот, мы к этому стремимся. Где наши организаторы есть, да? Это, да, спасибо и большое. И вот такое еще полотенечко тоже, уютно, в уютном. Вот, спасибо, спасибо вам огромное, спасибо огромное за такую организацию. Вы молодые, активные, молодцы. Спасибо.